Добрый вечер, здравствуйте, и вновь среда на телеканале «Ново» в прямом эфире. Мы рады вас приветствовать и с отличным настроением готовы разыграть очередной тираж. Ассаламу алейкум, азиз юртошляр, «Ново» музыка телеканалы «Кадрли мухлисляры». Бугун чоршамба, яна 19.00, тогрдан-тогр эфир дамыз, ваш арканал атолы 36-дан 6 ойнынин 112-й утклар тиражын откешке тайормыз. Да, так и есть, 112-й тираж, и сегодня джекпот составляет 79 миллионов 112 тысяч 400 сумма, дорогие друзья. Бугунги джекпот суммасы 79 миллион 712 тысяч 400 сумма ташкил этмақты. Қолеверсі бізді 7-чі бонус шары арқалы ойналадыган кичик джекпот хам бар, о эсэ 20 миллион сомдан ибарат. 20 миллионов в специальной категории, вот такой вот розыгрыш, вот такая сумма. А также призовой фонд по второй категории за 5 угаданных чисел составляет 26 миллионов 852 тысячи 400 сумм. Торты саны топкен ойн комбинациялары учен институт фондыни учинчи категориясы да 47 миллион 737 600 сум пуль маблага ойналады. Ну а если в случае победителей по какой-либо из категорий будет несколько, сумма разделится поровну среди всех выигравших. Шералиев Анвар Холиевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Абдримов Содыхджон Мухторбек Оғлы, Халкбанк Маркези аппарат етекчі мутахасисы, хайат азосы. Яхубов Одылбек Фахрыдын Оғлы, специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бүгінгі ютқылар тиражы үчін ойын іштірокчілары томоныдан 32400 билет харит қылынген ва оларды 149180 ойын комбинациясы қайтытылгенні малым қыламыз. Все эти комбинации, все эти цифры записаны на вот этом диске, который запечатан, и я передаю председателю комиссии. Біз есі қадырдан лататронның алдығы етіп келдік. Анаге сады қолген қолды. Бүгінгі тиражны ижатты, санатты өз юналышыге, үслубіге еге болген істедатли қонанды. Исраил Сайдумаров білен біргелікті давам еттірамыз. Мархамат. Приглашаем. Добро пожаловать. Вот увидел сразу вот Райхан, вот чувствуется весна. Ассаламу алейкум, Исраил, аке, студияда хош көрдік. Саламат мысыз? Рахмат. Ижат білен чарчамастан. Жүдем яқшы. Давайте мы продолжим разговор после того, как дадим старт сегодняшнему тиражу. Все готовы, мы готовы. Лототрон, поехали! Башларик, хамаге омат тілейміз. Всем удачи, всем просто колоссального настроения. Пусть будет много-много-много победителей. Несмотря на то, что нужно делить поровну, но пусть будет много. Шынды. Хазыр біз ташқардан Исраилеке білен біргелікті кіріп келдік студияге. Илхан біләсізмі, шындай болерік тасуратларыны жошқылланып, толқылланып, гапыр берділәр ке, оны сіз қам ешчингізіні жүдейін қоқылардым. Первый шар под номером 19 мне очень интересно. Вы теперь заинтриговали меня. О чем этот разговор? Бринча ракам он ток. Тыс, халес, бадлашке, гяплашке, булар хакда сурашке, ульграм из Назарам, да? Бызды кинч шар сразу, да. Егерма алты. Номер 26, второй шар. Веселые цветы, смотрите, оранжевый, персиковый. А, шафтолы ранги, сайки урок был, да? Джудеям чроли, напис. Есть третий шар под номером 4. Учень шар ракама торт. Вот слегка путаю, да? Третий шар под номером 4. Ну, мы больген да хама, наши шар ракамлары, ойны штрафчиларге омат алып келсен, мухумышу. Есть четвертый шар, и это третья категория, номер 35. Тортынчы шар ракама, 35, учинчы категория бойчы голыблар анықланды, вазуларны табриклеймыз. Нечто комбинация голы бульяннеса, Дроздансунь, Булам Зальбарка. Второй шар под номером 7. Поздравляем победителей по второй категории. Бешенчи шар ракамы, етті. Икинчи категория бойча голы бляны, мубарек бот, етамыз. А вот если победители по первой категории, мы пока не знаем, но знаем, что шестой шар под номером
16. Алтинчи шар ракамы 16. Біз натижаларны анықлайгунге қадар. Біразгене вақт бар. Шу фурсаттан фойдаланып, Исраил, кем оны хозыр кіріп келеткеніңізді сөзлә бердіңіз. Устаз, санаткар Шермат Ярматовны қолларды, Бүлбүлчі ансамбілді тақсыл алген екенсіз. Телевидениеге жүді көп, тасбірге алыш жарайоларге келгеніміз дедіңіз. Бүгінгі күнде есім, ана қаран етук санаткар, сіз шағыртларыңіз бар, сіздан көплер оргенады, сізге хавас қылады. Келін шықақты біраз гәпләшамыз. Hazır bir kızalak kurup kaldım. Kızıyızı şu televidine, şu zınapaya, statete paya kılıp çapıp çıkket etkendi kurup. Şu balalik davran. Bir hasiyet esim geçişti. Çünkü kuddu şu kızalak singarı bizden bana şu yaştı. Hatta ki bundan hem yaşra payetimizdi. Demek bana şu televidine, Uzbekistan televidinesi karşıdaki şu balalar bulbulçu horiye katneşerdim. Ustazımız Şermat Yarmatov qo'llarida tahsil olganmiz va o'sha bolachalik davrimizni, bolalik davrlarimizni ko'proq shu yerda o'tkazganmiz. Suratga olish jarayonlarini. Mana qarang, vaqt o'tib, aytganingizdek o'sha professional darajadagi san'atkor bo'ldik. Qo'ldan kelgancha ozmi ko'pmi o'sha katta sahnalarda ijod qilyapmiz va mana yana shu yerdamiz. O'zimizni jonajon makonimiz, demak Узбекистан телерадиокомпания. Национальная телерадиокомпания, можно сказать, это очаг, центр искусства, культуры и духовности. Дорогие друзья, мы объявим перед тем, как запустим лототрон для специальной категории, что по первой категории сегодня победитель... Есть, дорогие друзья! Есть обладатель джекпота! Поздравляю! Табриклеймыз! Бір напар комбинация ғолы болген. Ва, мана экранды көріп түргеніңіздік. 79 миллион сомдан зиот пұл маблақыге еге болдылар. Біз оларыны чын юректан табриклеймыз. Мубарак болсын. Ну а давайте, давайте не будем долго томить и запустим лототрон еще раз, чтобы определить, какой шар, какая цифра будет выигрышной для специальной категории. Продолжаем. Давам етамыз. Яхш кефиятта. Израилеке сіз хам диккат кіліп тұрасыз. Мана қадамингіз құтлық келіп. Битті комбинация. Почти 80 миллион. Битті юртташымыз. Диярли 80 миллион, хақиқатты. Мана шу пулма блағы еге болдылар. Миллионер ха. Яңгі миллионер. Давам етамыз. Лототронбыз нешті өткен болса, 7-інші бонус шарымызны хам анықлап олсак. Енді қазір кішік джекпотта 20 миллион сом пул маблағы қойылған. Әгер кімдір оны ютуб алса, олардан ба біздан бақытлы инсан болмайды. Чүнкі қар бір ғолып үшін біз қар дайым құрсандыңыз. Есть седьмой шар под номером 36. 7-інші шар рақамы 36. Біз есі рақамларыны тәкірарлаймыз, дұққат қылың. 19, 26, 4, 35, 7, 16, 36. Итак, 19, 26, 4, 35, 7, 16 и 36 являются выигрышными цифрами. И если не услышим песни, я не отпущу. Мархамат Исраилеке, сіздан жонли ижрады, хош хыргуайсын. Азы мана шу студия кіріп кегендеям, дархал Райханы хиди келе аптылып. Қошу, қайырге бармайлик, мәселен, достларымыз, қадырдарларымыз, мұхлисларымыз, фақат шу қошуыны көпірақ сұрашар. Тоғыры, бұндан ташқары қошуыларымыз жүді көп, 100-дан артық муалифли қошуыларымыз бар көп, лекен көп қалатты, әгер ижра етмейдіген болсам, шу қошуыны ештімастан қойшмей. Демәк, Райхан қошуғыңыз қалқымыз қалбыдан مشتی جانم بلند کیگن غم بادم ریخان ریخان سن باغدم این صخرا دم مشتی جانم بلند کیگن غم بادم ریخان ریخان سن باغدم این صخرا دم مایل بوسم برگینگ تشب یادکن یولک گل کنگلم نه تشون میده سندن بولک مایل بوسم برگینگ تشب یادکن یولک گل کنگلم نه تشون میده سندن بولک ریخان ریخان رای خان
Райхон, Райхон. Браво, брависсимо. Огромное спасибо. Хасиклар билан. Ҳақиқатда бу қўшиғингиз ўзгача ўрин эгаллаган. Мана шундай гўзал ижод намуналари. Ҳар бир юртдошимиз қалбидан чуқур жой оладиган қўшиқларни яратишда сизга куч-қувват тилаймиз, илҳом тилаймиз, омад. Яна шундай чиройли давраларда учрашишни ният қиламиз. Ташриф учун миннатдорчилик. Спасибо большое, будьте здоровы, ждем еще. Приходите. Саломат болин. Ушбу натижалар эса Халқбанкнинг марказий ахборот тизимида ро'yxatdan o'tmoqda. Нет, мы уже получили. Да. Мана натижаларни ҳам қўлга киритдилар. Илҳом, мен қўшиққа маҳлиё бўлиб эътибор ҳам бермай қолибман. Эълон қиламиз уларни. Специальной категории, количество выигрышных комбинаций, увы, сегодня нет. Переходим сразу к третьей категории, где количество выигрышных комбинаций 959, сумма выигрыша на одну 49779 сумма. Икинчи категория бойчи эсэ 34 комбинация ютубли деп топылды, ва уларин хар бары 789776 сумдан пул маблағы еге болдылар. А мы еще раз сообщаем, что по первой категории есть победитель, одна выигрышная комбинация в Самаркандской области в районе Чиляк. Был зарегистрирован билет, и мы от души еще раз поздравляем. Желаем всего наилучшего. Вы можете вскоре получить свой выигрыш, эту сумму. И объявляем джекпот на следующий тираж. И это составляет 59 672 000. Кенги тираж учен джекпот суммасы 59 672 000 сомны ташкил этады. Коли версия кенги 113 ютуклар тиражыда кичик джекпотта 20 миллион сом пул маблага ойналады. Мы обращаемся с вопросом председателю комиссии, есть ли претензии по проведению розыгрыша. Петро Зарев. Катта рахмат, біз есі яхшы кафиятті, ғолыбларымызды мұбарак бат еткен қолды, сіз білен яны бір хафтыге хайрлашамыз, унгече өзіңізіне ихтиат қалей. Да, дорогие друзья, берегите себя, мы ждем вас ровно через неделю, и не забывайте, что эти машины скоро будут разыгрываться, и именно вы можете стать обладателем Malibu, Spark, Captiva, главное захотеть. До встречи, до скорого. Саламат.